Всем привет, продолжаем проходить Сигналис. Значит, будем исследовать следующий коридор и собирать оставшиеся ключи. По-моему, их осталось две штуки. Так, какой там нижний, да, коридор? Все остальное у нас, в принципе, закрыто. Эти вот три комнаты надо обойти. И вот здесь вот еще у нас две неких головоломки. Ладно, давай сейчас туда сходим, посмотрим, что есть. 7 патронов у меня. Не густо, конечно, но что делать. Вот эти три комнаты. Ой, да, это кто? Ты кто? Некий пароль. Покер тоже берем. Стали такими странными. Мне кажется, осталась только я. Я тоже заболею, как и все остальные. Не знаю. Мне страшно. Я не хочу умирать. Мне кажется, я вас уже видела. Мы знакомы? Сначала заболела только командующая Фальке. Постепенно странно себя начали вести вообще все. Мне так страшно выходить наружу. Я не хочу стать такой же, как они. И не хочу умирать. Так. Мне стало известно, что по меньшей мере один работник мог получить информацию о частотах передачи кодов на настенных сейфов протекторов. Все работники, имеющие отношение к этой утечке, должны подвергаться допросам, пока не будет выявлен виновный. Я ограничиваю все радиопривилегии работников до дальнейшего уведомления. Так, ну, по-моему, надо что-то делать. А как? Двадцать девять, 3-3-2. Это старый код. Тринадцать, 284. А, тут вообще буквы. А буквы-то где? Давай. Ну, может быть, вот этот и пригодится. Что там? 85 347. А может, это просто набор цифр? Ноль, четыре, 512. А нет, 20 204 512. А посмотрим, может быть, где-то все-таки у нас и буквы будут. Такой код есть. Музыка просто играет. Восемьдесят два, чё там? 751.
132, 84. Сколько кодов, а? Ты смотри-ка. По-моему, ни одного подходящего. 29, 3, 3, 2, да, по-моему? Да. Такой, кажется, у меня был. Это что? Ой, блин. 4, 6. Чё там? 80. Так. И ещё у меня есть... вот такой код. Такое ощущение, что тут надо какой-то судоку решать, я не знаю. Ну, давай по клеточкам запишем. Один, два, семь, девять. Тут ноль. Еще. А, Н, Б, Х, С, Р, З, пропуск, К, Е. Я не знаю, может в этом какой-то есть смысл. Так, давай его радио это вырубим, дурацкое. Выключение. Кстати. А что если мы сделаем вот так? А. Н. Нет. Если мы, допустим, по исключению пойдем. Вот так. Раз, три, четыре, пять. Ой. Так, раз, два, три, четыре. Нет. Ну, вот этот пароль больше всего подходит к этому описанию. Только буквы в другой последовательности находятся. Z, K. Может быть, это надо высчитывать, какая буква алфавита стоит. Ноль тогда тут при чем? Определенно ребус, и скорее всего это уравнение. А что если? Попробую еще раз, конечно. Нет. В общем, я весь мозг сломал с решением этой загадки. Пришлось смотреть в интернете. Оказывается, как-то было дело. Я записывал частоты. Я не знаю, где сейчас. Так. Не то.
Монтажная установка. Тоже не то. Частоты, вот. Частоты у нас меч 249 и частота, вот, 249.30. Здесь на этой частоте нам пишут число. И вот это число, так как тут меч нарисован на сейфе, это число нужно сопоставить с буквами, которые находятся на самом сейфе, которые здесь написаны. А это 1, Н это 2, Б это 3, H это 4, S это 5, R это 6, 7, ну F. Буква F это значит 8. Почему тут F это 8, я не совсем понимаю. Итак, эмпирическим путем. Да подождите, я хочу это радио выключить. Идиотское. Как это делается? Все. Эмпирическим путем выявлен был код R. Кстати, для каждого, по-моему, прохождения он у всех разный. H, R, F, E. Вот. Если я правильно понял описание, то у всех код разный. С каждым прохождением это идет генерация кодов. Как это было у нас в Resident Evil 2. Ключ от крематория, да. Это что? Иди какой-то модуль. Что мне с этим модулем делать? Это старый модуль фотографической памяти, позволяет записать до 6 визуальных воспоминаний. Невероятно устаревший, но все еще может пригодиться. Слушай, а есть идея, кстати, куда этот модуль запихнуть? Где у нас тут рентген-аппарат? Не тут. Наверх сходим. Блин, все повставали, да? Ну иди сюда, красотка. Не знаю, куда я и целился. Да какой замок? А, ее пнуть даже нельзя. Господи. Да ладно, вы что, издеваетесь? У меня как будто патронов так много. Хоть пни ее, что ли? Для приличия. Может быть, этот глаз надо в рентген-аппарат поставить как-то. До 6. Тут 5. Подожди, а мы можем вот использовать... Подожди. Все опасно. Потому что мне, по-моему, на все про все. 5 снимков или 6. Что ты делаешь? Подожди, как-то же я сфотографировал? Или нет? Просмотр фотографий. А, я еще ни одной не сделал. Во. Раз за то, что надо. Но это не точно. Что с этим надо сделать?
как-то проявить эту пленку. Может быть, ее надо сгенерировать, я не знаю, где-то. В чем-то так. Это выход у нас в крематории, да? Да. Кстати, возможно, там ребята эти все встанут. Главное, лишний раз пленку не использовать. У меня всего 6 кадров. Давай я, пожалуй, сохранюсь. Ничего, давай шокер выложу. 4 патрона. Дробовик. Использование дробовика не за горами, по-моему. Так. Давай вниз. Чик-чик-чик. Я не совсем понимаю, зачем дали мне этот глаз. Ну, есть он у меня, фотографирует он что-то. Хоть сейф открыл, слава богу. Закрыто. И тут тоже закрыто. Ну все, мне тогда только в крематорий. Нет, не будем тратить фотографии. Что-то надо сделать с этим рентген-аппаратом. Пока что конкретно сделать, непонятно. Там закрыто, да? Точно. Будем надеяться, что никто не вылезет. 4 патрона. Что это? Термитная шашка. Надлежащая утилизация трупов. Май. Как ты, вероятно, слышала, мы наблюдали несколько случаев спонтанной реактивации тел списанных протекторов и их нестандартного поведения. На основании отчета о вскрытии, которое состояло на November, можно сделать вывод о том, что органические компоненты всех подобных модулей были поражены злокачественными новообразованиями. Она пишет, что если тела полностью не кремировать, эти новообразования могут реактивировать реплик даже через несколько часов после смерти. Мы не знаем, в чем причина этих новообразований и кого еще они поразили. Мы не сможем кремировать все тела, поскольку у нас всего 2 крематория, которые требуют постоянной перенастройки, поэтому мы импровизируем. Эти термитные шашки могут прожигать броню реплик и выжигать органические компоненты изнутри. Я запросила большую партию, но каких-то бумажек не хватило, поэтому придется подождать. Сейчас не совсем понятно, куда эти шашки применять. Что делать? Ага. Надо отрегулировать количество CO2, типа того. Либо шашечку, где использовать. Так, ну это ключ огня. Я даже записки-то, по-моему, подобные не подбирал. График-то у нас хоть как-то меняется. Да нет, не особо. Ручку надо нажимать, точно.
Это показывается, сколько чего в избытке, что ли? Надо, чтобы достигла красной полосы. Тут очень долго можно дергать за этот рычажок так-то. Ну давай добавим CO2, допустим, на максимальную. Что, еще можно добавить? Да, еще можно добавить. И еще можно добавить. А О2, кажется, надо убрать. Не знаю, давай еще два. Нет, уже. Надо каждый раз дергать, что ли? По-моему, вот это вот нижнее положение. Газа еще надо убрать. Каким-то химиком себя чувствую. Да ладно, и нельзя больше добавить. Того, как рычаг дернешь, только тогда можно понять, чего добавлять, чего убирать, хотя тут не особо это вообще понятно. По-моему, можно регулировать только при опущенной ручке. Ну да, походу так. Прям по одному делению. Я даже не понятия не имею, я добавлял или не добавлял. Нет, только хуже стал. Я без понятия, что я регулирую. Кручу что-то. Она как-то то вниз, то назад крутится.
Вроде какой-то в этом есть прогресс. Я вот по пикселям смотрю. Ничего, по-моему, не меняется. А почему я не могу вот, вот сюда крутиться? Странно, это тоже работает все. А, все зависит от того, куда у меня курсор направлен. Вроде нижнее положение. Хуже стало. Это прям загадка с часами теперь. О, ничего себе. Резко график скаканул вниз. Надо его более плавным как-то делать. А плавным, по-моему, делает его кислород. Ну-ка, в процессе мы можем открутить его. Загадочки. Прям одна за другой, ты смотри. Ну, вроде поровнее становится. Ну, приблизительно ближе к желаемому. Оно? Да что-то как-то не особо. Может, прям с самого начала его равнять? Как-то так. Подходит, не? Че, ну-ка. Блин, это сложная загадка. Не шибко-то она совпадает. Как мне его закруглять-то? Подожди. Такое ощущение, что он начинает закругляться. Ну да. Значит, CO2 мы сейчас вот так выгнем чуть-чуть. Похожая линия в начале? Не очень. Может быть, даже на два деления придется. Не. Здесь перебор, кажется. Он
на сколько переборта? Может быть, вот так. А это мы попробуем выкрутить. Так, CO2 сейчас почему-то показывает вниз. Ниже нормы или что? Что-то я в момент вот с этими цветными штучками-то упустил. Нужно найти тут положение, когда они друг с другом, наверное, меняются. Вот. CO2 сейчас в идеальной форме, да? Думаю, да. Теперь газ. Добавляем газ. Дело в цветах. Вот нужно момент тот поймать, когда у тебя выключается один цвет, ну типа верхнее значение и нижнее гаснет. Все равно добавлять надо. А нет, нельзя. А, тихо. Вот, здесь уже газоперебор. А вот так. Что надо добавлять? Маловато. Блин, две сложные загадки просто очень подряд. Очень тяжело. Голова кипит. Тут скорее загадка все-таки, наверное, на внимательность. Давай вот так, чуть-чуть побыстрее, может, будет. По два раза будем прожимать. Так. По-моему, они поменялись. Да, отлично. Так, О2, не знаю, вот так, наверное. Причем нигде описания этой загадки, по-моему, в записках и нету. А я не знаю, мне добавлять надо или нет? Давай попробуем в самый низ. Вычислим, так сказать. Так, самый низ, значит, у нас надо добавляем потихонечку, пока верхняя не загорится. Стрелка на О2. Получилось? Да. Ух. Ну, это на внимательность загадка, это, не знаю, просто методом тыка. Что это? Ключ огня. Хорошо. Больше ничего тут нету ненужного. Зачем-то мне еще фаера дали. А, подожди.
У меня есть фотография и чистый ключ. Это ладно. Смотреть. Нет. Где же эту фотографию-то найти? Ладно, я, короче, примерно понял, что надо делать. Но только не совсем понял, как это делать. Задолбало вставать. Вот честное слово, когда ты уже ляжешь? Сколько патронов у меня? 2. Отлично. Самозажигающаяся портативная пиротехническая шашка на химической основе, в течение которого времени обеспечивает очень высокую температуру горения. Может применяться для поджигания врагов. И, чтобы она не вставала, ее сжигать надо. Но это позже. У меня всего-то несколько шашек, а... Я, наверное, тут уже и не появлюсь больше. Я сейчас вот это с ключами загадку решу, и все, в принципе. Ой, не знаю. Прям как в пятом элементе собираем ключи эти. Ну, сложные, сложные две вот подряд загадки были, конечно, вот с этим сейфом. Вообще что за чем-то. Оно. А следующее вот с этими рычагами и газами. В принципе, методом тыка решается. Покрутил, покрутил, посмотрел. Главное понять, как она работает. В принципе, будет ясно, в какую сторону, куда что крутить. Так, из сундука забираем чистый ключ. Где он? Вот. Стой. Забрали. Мы его сейчас сюда запихнем. Ставьте пустую карту, чтобы приступить к печати. Но. Давай, я готов вставить этот чистый ключ. А какие? Назначить, напечатать. Ага. Просмотр фотографии. Тут рисовать надо самостоятельно. Блин, к такому меня жизнь не готовила, честное слово. Ух. Так, карточку мы представляем вот так. Я тут просто, если вам понятно, то я черчу. Но в блокнотике по клеточкам нужные мне символы. Так, сколько точек? 1, 2, 3, 4, 5, 6. У меня ракурс еще, кстати, неверный. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Значит, у нас идет... Надо уголок обозначить. Это тоже важно, кстати. Все. Блокнотик я повернул, как мне надо. Так. 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 И вот так. Ну, давай пробовать как-то это изобразить. Что я делаю?
назначить. А, вот, кстати, да, уголок это важно. Раз. А подожди, а почему не все соединяются? У меня есть 8 соединений. А, я должен провести прямую. Блин, а как сбросить-то? Назначить. Вот. Раз, два, три. Четыре. Пять, шесть, семь. Ой, будем надеяться, что я верно все сделал. Прикинь, ключ неверный. Забирай, чё. Мысли он чистый. Я его напечатал. Здесь вообще замок сломан. Может, его с чем-то соединить еще надо? Я не знаю. Его надо с чем-то соединить. А нет, не надо. И так пойдет. Да. Сложная была серия. Смотри, патроны прям для дробовика дают и для пистолета. Мы сейчас что, убивать кого-то полезем? Это что? Патроны? Тоже патроны. Здесь это. Это мы, пожалуй, оставим. Проверяем инвентарь. Лечилки, пистолет, патроны. Это я не выложил еще. И патроны еще отсюда, кстати, не все взял. Но надо же. Так, проверяем. Вроде все. Ладно, все загадки решены, слава богу. Сохраняемся. Кажется, я могу безопасно спуститься в комнату ниже. Да, давай. Это кто? Типа пирамидоголового, что ли? Сайлент Хилл, все дела. Ё-моё, вот мне что патроны давали. Так, старичок. Почему мне нельзя к нему прицелиться? Так, это босс у нас, короче говоря, блюет почему-то. Короче, пока он блюет, надо в него стрелять. Еще и черти всякие лезут.
плохо состояние. А давай-ка мы игру перезагрузим. Пусть он меня добьет. Ну или так хотя бы. Так, ладно, примерно понятно, как с ним драться, но... Может быть, дробовик взять? Будет лучше. А может, мне этих патронов хватит, кто знает. Ладно, давай берем мы дробовик. И к нему пистолетов. Взять. Перезарядить. Не надо? Ну, хорошо. Попробуем. Попробуем так. Это женщина, я не знаю. Ну, босса можно только, когда он блюет, стрелять. Можно прятаться где-нибудь и ходить туда-сюда, туда-сюда. А что это за отметки такие, блин? Блин, ну, да дайте пострелять-то в него нормально. Да зачем мне урон сейчас лишний? Падай. Это что? Патроны для пистолета. Он отказывается больше носить. Не может, говорит. Ладно. А что, надо прям в открытое лицо ему? Ну или что там у него? Вместо лица? Там баллон попадет, он взорвется, баллон-то. Давай, старичок, начинай тошнить. Он поднимает вот этих вот, я понял. Ему очень не нравится, когда они лежат на полу. Готов? Только не говорите, что я столько патронов сейчас могу просто потерять, не взяв. Но босс побит. Кто такой? Адлер, посетитель. Добро пожаловать на наш объект. Вы оказались у нас не в самое удачное время. Согласен. Чем я могу вам помочь? Патроны дай. Я ищу одного гештальта. Он работает на этом объекте. Позвольте взглянуть на фото. А у меня нету фото. Я его в сундуке оставил. Алина Сео. Мне кажется, она работает на нашем объекте. Однако... Ах ты падла.
Вот сволочь, а не стоило тебе возвращаться. Взял, скинул меня. Чё я ему сделал-то? Я не отрицаю, конечно, что я в прошлом, может быть, плохой репликант, но... Толкаться-то зачем? Ой, Silent Hill. Оля очнулась. Я, наверное, заснула, пока ждала Эрику. Она уже ушла домой без меня. Мы хотели вместе сходить в библиотеку за книгами. Нужно проверить, может быть, она там. Опять виды от первого лица. Ничего тут собирать не надо. Слушай, ну, мне нравится порой, как они сделали вот 3D, потом, ну, от первого лица, потом раз от третьего лица. Разбавляет, конечно, геймплей. Да, в целом игра интересная, конечно, правда, вот некоторые головоломки, конечно. Не для каждого, короче, скажем так. Может, кнопочки какие-то надо нажимать. И плакаты не читаются. А, ну мне надо туда идти, куда свет горит. Где свет горит? Что происходит? Буллинг? Они в масках. Точно, буллинг. О боже. Я не понимаю иероглифы. Алло. А где-то здесь будет лифт не работать. Да, точно. Я уже заметил. Едет какой-то. Но закрыт. Где-то тут нужен ключ. Подожди, а нет, у меня все осталось. Ём, нет, я не на сегодня я не потяну уже две подряд загадки. Хватит, у меня мозг сейчас взорвется уже. Подхоже на двигатель для лифта непрерывного действия. Ну эта штука, короче, если покрутить вот эту вот, то у нас двигатель лифт запустится. Вон там. Ой, удачно я зашел. Еще шашечка. Нет места для переноски, сервисный ключ. Дробовик выкладываю. Но все равно патроны, короче, я с поля битвы не забрал. Дробовика немножко потратил лишнего. Это печально. Вооружаемся. Кстати, я не могу больше носить вот эти вот вещи. Сервисный ключ. Хорошо. Что у нас остается? Ключ. Патроны запасные. 10 в обойме, 12 так и 7 лечилок. С учетом того, что какие-то из них можно скрафтить еще. Получить какие-то более лучшие... усовершенствованные методы лечения. Так. Да. Перезаписываем. Все, на этом будем закругляться. Это уже, скажем так, другая ветка истории. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.